Всем привет! Хочу поделиться такой вот новостью. Ну, не знаю, насколько это будет новость. В общем, вчера заходила в магазинчик с семенами и увидела объявление на дверях магазина, что в продажу поступили семена, значит, орхидей, других цветов. Вот. И больше всего меня заинтересовали семена орхидеи. А больше всего меня заинтересовала возможность вырастить орхидею из семян. И я решила приобрести пакетик. В первую очередь мой интерес составил, сколько же стоят эти семена. И скажу вам, что довольно-таки недешевые семена орхидей. Порядка 230 рублей. Вот этот пакетик стоил 235 рублей. Но решила я все-таки его приобрести. Понравилась мне расцветочка. Орхидея звезда. Название. Но, как всегда, в магазине с семенами очередь, давка, толкучка. Все хотят спросить, получить какую-то консультацию. И, в общем-то, читать информацию на обороте. В магазине времени у меня не было. Значит, по-быстрому расплатившись, взяв свою покупку. Ну, это была не единственная покупка. Пошла я не за этим, пошла за удобрением. Забрав свои покупки, я отошла от кассы, от витрин и пошла домой. Вот, значит, вечером, когда руки дошли рассмотреть поближе свою покупку, ознакомиться, как и что делать, как посеять, я, значит, стала читать информацию на обороте. Информацию на обороте этого, значит, этой картиночки. Значит, здесь написано, что орхидеи относятся к сапрофитным организмам, использующим в качестве питательного субстракта органику, образующуюся в ходе разложения других организмов. Для прорастания подойдет субстрат состава сосновая кора, верховой торф, зрелый компост в соотношении 2 к 1 и небольшое количество глины. Здесь питательных веществ недостаток, но хорошая воздухопроницаемость и не создается возможность для скопления излишков воды. Чтобы предотвратить гниение, почвосмесь должна содержать древесный уголь. Питательную среду надо простерилизовать 20 минут в духовке. В результате увидите готовую массу желеобразной консистенции, которая и является средой для посева семян. Каждая баночка заполняется смесью в объеме 20-30 мл, высеваются семена, и банка герметично закрывается. Время прорастания семечек около 9-10 месяцев, а вот пересадка растения в горшок допустима лишь по истечению 2-3 лет. Место для роста орхидей должно быть светлое и при высокой влажности, но исключающее попадание прямого солнечного света. Не переливать. Субстрат должен при тактильном контакте быть слегка сухим. О поливе орхидеи цветочный горшок установите в воду на 10 минут, по истечению которых горшок извлекается из воды, дается возможность стереть лишней воде через дренаж, после чего горшок можно возвращать в кашпо. Удобрение орхидей проводят летом с использованием специальных комплексных удобрений для орхидей не более 1-2 раз в месяц. Первые цветочки при благоприятном стечении обстоятельств появятся еще года через 2-3. Учитывая всю капризность орхидеи, при вашем успешном освоении всех ее секретов по выращиванию и уходу, фаленопсис порадует вас длительным и обильным цветением. И дальше идет, значит, такая информация, как номер партии, количество чего неизвестно чего, количество семян 3 штуки. Значит, ГОСТ ничего не указано. Значит, ни ГОСТ, ни РОСТ, ни ТУ, ничего. И значит,
что это декабрь 2018, да? И вот здесь вот расфасовано фирмой Петра Цвет, Россия, Петербург, улица Пулковская, 19. И, внимание, e-mail. Такой вот интересный e-mail. Шустрик 005. Ну, что еще вам показать? Вот можно показать семена. Вот такие семена в пакетике. Я никогда, признаться, не заказывала семян с Алиэкспресс. Ну вот, по информации, значит, на этой картоночке, значит, да и картоночка сама, знаете, такая, как тетрадный лист, совсем не картоночка. Так вот, мне кажется, что, наверное, с такой информацией, значит, это, наверное, какой-то полный лохотрон. К таким выводам пришла я, значит, проштудировав всемирную паутину, посмотрев в интернете, значит, какие бывают семена у орхидей, фаленопсисов. Именно вот меня интересовала орхидея фаленопсис. Хотя здесь вот нигде не указано, что это орхидея фаленопсис, да, просто орхидея звезда. А в описании просто то, что фаленопсис порадует вас, да, длительным и обильным цветением. Узнала я такую информацию, что, в общем-то, и таких семян по размеру, да, по виду у орхидей и быть не может. И пришла в огромное разочарование. Вот. Значит, у орхидей такая, да, такие пылеобразные семена. И называются они, в общем-то, не семена. Кому интересно, может посмотреть такую информацию. Вот. И что сеются они в домашних условиях. Должны непосредственно в стерильную среду, а не так, как тут написано. Почва смесь им там нужно готовить, да, сосновая кора, неизвестно какой фракции должна быть сосновая кора, чтобы посеять семена и смешать ее, да, с глиной и с компостной землей. Так вот, не знаю, что делать. Все-таки, наверное, думаю, что пойду я в магазин и сдам эти семянки обратно. Уж что-то мне не хочется экспериментировать. И кажется, что мой вот этот эксперимент по выращиванию орхидеи фаленопсис точно ничем не увенчается. Вот. Так что не знаю. Попробую сдать. Если примут, то сдам. А не примут... Ну, попробую, конечно, найти компромисс, поменять на какую-то другую, да, другой товар эквивалентной стоимости. Но если продавец, конечно, не пойдет на компромисс и не захочет взять обратно эти семена, то придется мне все-таки продолжить этот эксперимент, посеять. Согласно инструкции. Да, и тогда будем наблюдать дальнейшее развитие событий. Вот такая новость. Так что, если увидите такие семена и купитесь, то я вам скорее не советую покупать. Ну, а впрочем, решать вам. Всем пока!